Неожиданно удачным оказалось для многих москвичей сегодняшнее посещение ярмарки меда в Коломенском. Туда наведался лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от партии на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев. Политики поинтересовались ценами, после чего пообещали публике добиться их снижения рыночными методами. И начали предлагать продавцам оптовые закупки со скидками. В итоге пенсионерам, к примеру, мед через Жириновского доставался за полцены. А лидер ЛДПР напомнил всем, что Михаил Дегтярев – его кандидат на пост мэра Москвы. Некоторые, пользуясь случаем, тут же изложили свои жалобы. Вот наш кандидат. Возьмем за Дегтярева, за ЛДПР. Давайте он приедет. Всех соберет. Адрес, давайте, телефон возьмем. Я запомнил. И он подъедет, так сказать.